Лето – это не повод ничего не делать, так считает Никита Коршунов. Любознательный по своей природе мальчик активно участвовал во всех программах проекта «Необыкновенной лаборатории открытий» Пушкинской библиотеки. Обычно я люблю ходить в библиотеку со своим другом. Так мы проводим время с пользой и интересом. Также мы приходим сюда, чтобы и пообщаться. Мы любим узнавать много нового. За 3 месяца летних каникул Никита с другом стали незаменимыми помощниками для сотрудников библиотеки. И при подведении итогов работы «Необыкновенной лаборатории открытий» отметили помощь ребят-волонтеров и наградили инициативных мальчишек и девчонок, которые активно участвовали в проведении интерактивных программ и просто помогали библиотекарям. Те книги, которые не нужны, мы отдавали их в макулатуру, чтобы их перерабатывали и при этом, чтобы деревни вырубали. На празднике наградили самых активных и любознательных ребят самого разного возраста. Как отметили сотрудники библиотеки, программу «Необыкновенной лаборатории открытий» в этом году посетили в несколько раз больше юных читателей, чем в прошлом. И все чаще вместе с детьми в интерактивных занятиях участвуют родители. Дети вообще по природе своей, они исследователи, там, им все нравится пробовать, не только слушать, но и сами что-то пробовать делать. И мы считаем, что мы взрослые должны этот интерес в детях поддерживать. Поэтому, когда мы стали разрабатывать вот эти программы, мы решили, что они станут необыкновенно интерактивными. На заключительном празднике ребята наперебой вспоминали, что интересного они узнали в библиотеке этим летом, в каких необычных занятиях участвовали. И, конечно, с гордостью поднимались на сцену для награждения. А библиотекари уже разрабатывают программу на следующий сезон. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.